Окей, ребята, это была песня. В том видео я вам, как бы сказала, если заберем несколько лайков. Но мне вас как-то жалко, я вам все-таки в описании скажу, как эта песня называется. Ну, кто не знает описание, ладно. Ладно, я вам скажу сейчас. Эта песня называется «Алексей Воробьев». А песня, ну, ее придумал Алексей Воробьев, вот красавчик, там я вам сейчас показала видео. А песня его называется «Она сумасшедшая», вот так вот песня называется. Так. А, ладно, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами была Ксюша. Всем пока.